В одной из торговых сетей города обнаружили партию горшечных растений, зараженных западным цветочным трипсом. Карантинный объект в живом виде нашли сотрудники Россельхознадзора при осуществлении фитосанитарного контроля. Западный цветочный трипс – один из наиболее опасных вредителей, поражающий более 250 видов растений, среди которых как декоративно-цветочные, так и сельскохозяйственные культуры. Кроме того, насекомое переносит ряд вирусных заболеваний. Вредитель повреждает листья и цветки, высасывая клеточный сок из растительной ткани. А владельцу подкарантинной продукции, в которой был выявлен данный карантинный объект, было выдано предписание об обеззараживании партии подкарантинной продукции, либо обеззараживание, либо уничтожение этой партии. Собственником этой продукции был выбран способ уничтожения путем сжигания.